Чувашская государственная академическая симфоническая капелла открыла 47-й концертный сезон. Он посвящен 25-летию национальной газеты «Музыкальное обозрение». Международный день музыки и юбилей газеты «Музыкальное обозрение» во многих городах России зазвучали симфонические оркестры. В обновленном зале Чувашской государственной филармонии собрались все, кто неравнодушен классической музыке. Наш филармонический оркестр симфонический растет на глазах. Это уж говорит о том, что значит и музыка, и развитие, и показ народу, новые и новые произведения. На открытии сезона прозвучали неоконченная симфония Франца Шуберта, а также увертюра к опере Джоканны Россини «Сорока-воровка». Во втором отделении – баварская пьеса Карла Орфа «Бернауэрин». Для поклонников классического искусства концерт стал настоящим праздником. Я думаю, все больше и больше людей нашей республики понимают, проникаются этим искусством. Потому что ведь музыка, особенно классическая, она не зря классическая. Она для каждого времени несет что-то свое, какие-то новые внутренние эмоции открывает. Поэтому я думаю, что она всем близка будет. И те, кто будет дольше ее слушать, больше и больше, будут больше проникаться и поэтому больше духовно развиваться. Это так здорово, когда полный зал народу. Я очень рада этому. И самой просто душа поет. Поэтому желаю всем того же. Анастасия Лангина, Николай Яковлев, Республика.